Костюм Alaskan отлично подходит для зимней рыбалки. Утеплитель состоит из двух слоев. Первый – это натуральный утеплитель, гусиный пух 90 на 10. Второй – дополнительный слой, синтетический утеплитель Нарон. Причем ниже колен пуха нет, а остается двойной слой синтетического утеплителя. Усиленная мембрана D-Protex 10 000 на 10 000, помимо отличных паропроницаемых свойств, усилит способность костюма противостоять неблагоприятным погодным условиям. Множество дополнительных утепленных карманов, все швы проклеены, что гарантирует 100% водонепроницаемости изделия. При правильном подборе нижних слоев одежды, термобельев, лисовая куртка, костюм выдерживает не только экстремальные морозы до минус 50 градусов, но и ледяной дождь, и штормовой ветер. Костюм Alaskan. Значит, первое, что нужно сказать, это, конечно же, то, что здесь утеплитель двойной, пуховый и синтетический. Значит, до колена у нас только пуховый, снизу у нас синтетический утеплитель. Значит, здесь у нас внутренний манжет. Такая молния здесь. И система регулировки штаниной. Можно так, можно так. Здесь у нас полиуретановые вставки. При необходимости можно вытащить, можно вставить добавочные. Здесь у нас вставки из защитного материала Тордура. По бокам у нас также полиуретановые вставки. Точно так же можно вытащить при необходимости, а при необходимости вставить. Здесь у нас вот такой вот карман с защитной планкой. Здесь карман, теплый внутренний карман. Здесь такой же, очень удобный большой карман. Здесь водонепроницаемая молния для кармана. Посмотрите, какой высокий. Защищает полностью всю грудь. Очень высокая спина. Комбинезон. Теперь куртка Alaskan. Куртка Alaskan. Что можно сказать про куртку? Ну, во-первых, манжеты защитные от ветра, снега, дождя. Здесь у нас снежная юбка. Здесь внутренний карман. Флисовая подкладка. Очень приятная на ощупь. Значит, застегиваемся. Замок, обратите внимание, застегивается. Как снизу, так и сверху. Здесь также есть внутренний карман, в который можно проникнуть, не расстегивая куртку. Ветрозащитная накладка. Здесь у нас накладные карманы. Также водонепроницаемая молния для кармана. Кольцо для аксессуаров рыболовных. Так, что у нас? Система вентиляции. Большие удобные накладные карманы. Мы имеем доступ как с этой стороны, так и с этой стороны. Очень удобно. Сюда можно положить варежки. А сюда что-нибудь такое, что боитесь потерять. Очень высокий воротник на флисовой подкладке. Очень приятно. Защищает от ветра, от снега. На такой же флисовой подкладке капюшон. Тоже достаточно комфортно и приятно в нем. Натуральный мех. Фиксирующие утяжки. Также сзади есть фиксатор на липучке. Костюм Alaskan.